никаких документов не надо. Глава Сланцевского района Марина Чистова провела очередной прием граждан. В этот день со своими пожеланиями и просьбами к главе района обратились более 15 человек. В первую очередь, значит, были вопросы, касающиеся социальной защиты населения. Опять же, пришлось работать со специалистами из Комитета социальной защиты для того, чтобы выстроить линию, каким образом мы сможем людям помочь. Где-то разъяснить, где-то придется выезжать на место, проводить комиссионное обследование, как условий проживания граждан, так и какую помощь мы сможем материальную или еще какую-либо оказать. Далее, следующие моменты. Очень много обращений, именно касающихся капитального ремонта. Люди поняли, что программу капитального ремонта можно переносить с более дальнего срока, сдвигать на ближний срок. Они активизировались, они уже готовы собирать необходимые деньги для того, чтобы делать заключение и чтобы участвовать уже в этой программе, я говорю, более активно. Люди поняли, что можно участвовать в программе «Комфортная среда». И, конечно же, задают очень много вопросов, почему, подав заявку, их дворы не вошли в программу, например, на этот год, и как сделать так, чтобы на 18-19 год, то есть люди готовы ждать, вплоть до 22 года, пока действует программа, но они говорят о том, что мы хотим понимать, что вот в 20 году и никак по-другому наш двор будет отремонтирован. Помимо этого, было много вопросов по поводу качества предоставления услуг. Больше всего это касалось отопления. По итогам приема Марина Чистова отметила, что в последнее время меняется формат обращений. Просьбы личного характера уступают место коллективным обращениям, касающимся качества жизни в первую очередь в городе Сланцы. Это говорит о том, что подход к решению проблем города должен быть комплексным и сбалансированным, с учетом мнения жителей и возможностей совместной работы на перспективу. В целом, по словам главы района, можно сделать вывод о том, что в Сланцах живут неравнодушные, активные люди, которые стремятся изменить жизнь в районе к лучшему. Если у вас есть вопросы или пожелания главе района, приемный день каждый второй вторник месяца, или можете записаться заранее по телефону 2 10 80.